Приветствую вас на канале «Остроумно». От вас самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей в сети. Постаревший Брэд Питт вышел на красную дорожку с беременной Мэрион Котийяр. А? Заинтриговал! Брэд Питт впервые вышел на красную дорожку после объявления о разводе с Анджелиной Джоли в сентябре этого года. 52 года этому актеру сейчас. Фильм, совместный фильм вместе с Марион Котийяр «Союзники», как раз премьера произошла в Лос-Анджелесе, где и появились эти актеры под руку. Несмотря на то, что сейчас как раз идет бракоразводный процесс, плюс полиция проверяла информацию о том, о жестоком обращении Брэда Питта в семье по заявлению Анджелины Джоли. И, кстати, информация эта не подтвердилась. Кроме того, пройдемся еще по семейству, да? Кроме того, Анджелина Джоли требует у суда решения о том, чтобы она единолично держала опеку над 6 детьми. Но Брэд Питт не согласен, тем более, что двое, как минимум двое детей, стали на его сторону. Ах, тоже хотят совместной опеки. Упорные, ну, слухи ходили, что именно причиной развода стал роман Брэда Питта с этой французской красавицей Марион Котийяр именно во время съемок фильма «Союзники». Напомним, что роман Брэда Питта и Джоли произошел также на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», и тогда он ушел от Дженнифер Анистон. Но все это чушь, слухи эти не подтвердились, поскольку Марион Котийяр замужем, ждет ребенка, и она сразу сказала, что ребенок от ее мужа и нехрен базарить. Ясно вам всем? Вот так. Пожелаем актерам удачной премьеры. Думаю, фильм будет хороший. Обязательно на него сходите. А семейные дела Питта и Джоли пускай решает суд. А у меня пока все. Детальная информация по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал «Остроумно». Всего вам наилучшего. Услышимся.